В суете рабочих дней забываешь о своем здоровье и отдыхе. В таком ритме выезд за город просто необходим. Всего в часе езды от центра Соликамска на высоком берегу Камы в месте удивительной красоты деревни Толстик расположился гостиничный комплекс. Это комфорт и чистый воздух на лоне природы. Вместе с семьей, друзьями, коллективом здесь можно отметить любое торжество. Погулять, попариться в жаркой бане и записаться к массажисту, ведь массаж – это не просто процедура. Расслабление, оздоровление, хорошее настроение. Это массаж оздоровляющий. Вот этот, который я делаю, это полностью оздоровляющий массаж. То есть спинки хорошо? Да, спинки хорошо, но можно сделать и расслабляющий. Но расслабляющий он более такой щадящий. Гостиничный комплекс «Толстик» вас поразит своей самобытностью. Природные красоты, уют деревенской атмосферы, фермерский быт и экологически чистые продукты. Отведать их, кстати, можно на ферме. И вскоре можно будет в кафе, которое пока строится. Но уже летом гостеприимно откроет свои двери посетителям. Отдохнуть и набраться сил можно в комфортных, ухоженных коттеджах на любой вкус и кошелек. А недавно был введен в эксплуатацию еще один с баней и теплой беседкой. Кстати, при заказе нового коттеджа 2 часа жаркой бани в подарок. К нам в Толстик вы можете приехать отдохнуть как маленькой компанией, так и большим коллективом, отметив корпоратив, день рождения или просто тихий семейный уикенд. Вы можете как попариться в жаркой баньке, так и просто отдохнуть и зарядиться отличным настроением. Гостиничный комплекс «Толстик» – достойная альтернатива отпуска за рубежом. Гастрономия, сервис, экология. Это все, что нужно для восстановительного и полезного отдыха для всей семьи или в кругу друзей. Место, в котором вы не только отдохнете от городской суеты, но и всегда найдете теплый и душевный прием и получите массу ярких и незабываемых впечатлений.